Всем привет, ребят, и сегодня мы разберем с вами, какие бонусы и акции есть на Мосбет. Разберем все самые выгодные предложения, которые нас будут встречать, и как с них максимально много заработать. Итак, а начнем мы сами с промокодов. Я думаю, вы все знаете, что промокоды – это равно бонусы и акции. И это, пожалуй, самый лучший способ получить дополнительную выгоду с игры в казино. Поэтому давайте я вам покажу, как его вводить и что вы за это получите. Итак, друзья, вот мы уже на сайте Мосбет. И теперь давайте я вам покажу, куда вводить промокод и как с него заработать. Так, нажимаем на кнопочку акции, дальше переходим в бонусы. Как мы видим, у нас открывается страничка, и здесь у нас есть поле ввести ваучер. Сюда мы вводим промокод и получаем 150% к первому депозиту и 250 фриспинов. Согласитесь, это очень крутой и полезный способ начать играть в казино. Кстати, напоминаю, что все ссылочки на сайт, промокоды и так далее, все это будет в описании или же в закрепленном комментарии. Никогда не упускайте эту возможность и всегда используйте промокоды, это мой вам совет. Итак, ну а мы переходим к основным бонусам, которые у нас есть на сайте Мосбет. Так, заходим в акции. И как видим, нас сразу встречает баннер «Эксклюзивный бонус на 100% на первый депозит». То есть мы закидываем 1000 рублей на сайт, например, и нам возвращается 2000 на сайт. Там кидаем 5000, возвращается 10000. То есть x2 у нас баланс. Это безумно приятно. Также, как мы видим, день рождения с Мосбет. Празднуй с нами и получи приятный бонус. То есть в часть дня рождения Мосбет раздает нам какие-то бонусы. Это тоже безумно круто и приятно. Также кэшбэк 10%, компенсация проигрыша в казино. То есть если мы даже проигрываем, нам возвращаются хоть какие-то наши коины для того, чтобы мы не остались полным нулем и продолжили играть на сайте. Чтобы мы заработали и уже тогда только вывели деньги. Также хочу отметить, что бонусы есть не только на первый депозит, они вплоть до пятого вроде депозита присутствуют какие-то бонусы. Также расскажу вам про другую приятную функцию этого сайта, это ставки без риска. То есть, если ставка у вас не зашла, вы активируете этот режим и 100% всей суммы вам возвращается. То есть мы поставили 1000 рублей, событие не сошло, и мы просто эту 1000 обратно себе забираем и ничего не проиграем. Если же зашло, то все окей, и все нам возвращается, соответственно, по коэффициенту. Также особое внимание хочу уделить акции «Пятница побед». То есть каждую пятницу вы получаете бонус за депозит. Это безумно крутая идея порадовать игроков, поэтому, ребят, залетайте, депозитьте и получайте бонусы. Я просто не знаю, что вам еще сказать. Теперь давайте перейдем в следующий раздел, это у нас Free Money. Что такое Free Money? Тут мы можем получить все бонусы, которые предоставляет нам сайт за какие-то короткие действия. Например, тут мы можем получить бонусы в Telegram. То есть в Telegram у нас разыгрываются промокоды, такие как на первый депозит и, в принципе, там фриспины и так далее. Далее положим получить 100 фриспинов за установку приложения. Приложение, кстати, это очень удобно. Не надо искать зеркало постоянно, просто зашли в приложение и пользуйтесь. Дальше, как я уже говорил, можно найти их бонусы во всех соцсетях. Это ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм. То есть заходим, ищем бонусы и все это вводим. И также не забывайте, что за каждого приглашенного друга вы тоже получаете монетки. Это безумно приятно. Зовите всех друзей, все вместе играйте и получайте максимально выгодные предложения от Мосбет. Как мы можем понять по содержанию этого видео, в Мосбете максимальное количество бонусов и акций, их я даже просто все, наверное, не пересчитаю. Это безумно круто, безумно приятно. Также, раз мы заговорили о регистрации друзей, напомню, что регистрация тут максимально простая. Можно по почте, можно по телефону, можно в принципе в один клик, это просто крутяк. И при регистрации не забывайте опять же указывать промокод, который даст нам 150% к первому депозиту и 250 фриспинов. Ну а теперь давайте поговорим о не менее интересном разделе этого сайта, это ставки. На главную страницу заходим, и здесь у нас отображены огромное множество всяких спортивных событий. Здесь есть все категории, от футбола до керлинга, до Формулы-1, до регби, даже шахматы вот тут есть. То есть максимально разнообразные линии. Также, как можем заметить, радуют огромные коэффициенты, огромная выгода. Также хочу отметить, что здесь можно ставить экспрессы. Экспрессы — это когда мы несколько событий, например, комбинируем в одну сделку. Далее, если она заходит, мы получаем большой коэффициент и большой выигрыш. Это рискованно, но как бы если вы точно уверены, то можете сделать такую ставку. Если же вы не сильно уверены и хотите уменьшить свои риски и чуть-чуть поменьше заработать прибыли, значит ставим просто по одиночному событию. Также отслеживать все события и ставки здесь безумно легко, следить за ними в личном кабинете. Захотели, продали ставку, захотели, подождали, 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 и все, вам сразу пришло оповещение, выиграли, вы проиграли. То есть навигация и мониторинг тут максимально легкий. Но опять же, чтобы начать играть на Мосбет, то есть сделать первую свою ставочку, нам необходимо пополнить депозит. Сейчас я вам покажу, насколько это тоже легко и просто. Нажимаем на кнопку «Пополнить», и тут у нас представлено просто огромное количество способов пополнения. Такие как через обычную карту, то есть P2P,
можно сделать перевод, то есть на какой-то номер выбираете банк, вам говорят, куда перевести. Перевод по странам СНГ, то есть там Сбер и Тинькофф, СБП, есть разные другие кошельки. Также можно пополнить криптой, то есть максимальное количество пополнений Dodge, видите, то есть огромное количество крипты, каждый найдет то, что ему удобно. И также хочу отметить, что как с пополнением нет никаких проблем, так и с выводом денег тоже никаких проблем. Деньги зачисляются буквально за считанные минуты. Это тоже безумно радует. Никаких там долгих задержек и так далее нету. Просто взяли, оформили заявочку, и вывод пришел в течение нескольких минут. Это очень круто. Также при пользовании Мосбетом хочу отметить, что навигация на сайте безумно удобная. То есть с главной страницы мы сразу видим там раздел акции, раздел лайв-казино, обычное казино, линии, итоги чемпионатов, категории есть, киберспорт, купить бонус, пополнить. То есть все, в принципе, интуитивно, безумно понятно. То есть там не надо там разбираться, в считанные секунды просто можно найти то, что вам нужно. И такая навигация, друзья, не только на компьютерной версии. То есть зашли вы с телефона, я не знаю, с планшета, с телевизора, везде любая навигация. Так, кстати, раз мы заговорили с вами о телефонах, хочу напомнить, что у MostBet есть приложение, которое поддерживается как на iOS, так и на Android. Не нужно искать зеркала постоянно, просто зашли, скачали, все, бам, заходим на сайт, делаем ставочку и выигрываем свои денежки. Это безумно круто. Также после того, как мы обо всем поговорили, хочу отметить, что в правом нижнем углу есть кнопочка «Готова помочь им 24/7». Что это значит? Что здесь есть техподдержка, которая работает 24/7. То есть какая-то проблема со слотом или, я не знаю, я даже не знаю, какие здесь могут быть на самом деле проблемы, потому что у меня, в принципе, их никогда не было. Но если вдруг у вас что-то случилось, например, по ошибочке не туда закинули или что-то такое, сразу пишем в поддержку, не стесняемся, она 24/7 работает. В общем, это, пожалуй, все, что я хочу рассказать вам о MostBet. Если у вас есть какие-то крутые истории выигрышей, то делитесь ими в комментариях. Также не забывайте о моем промокоде, который даст вам бонусы. Он или в описании, или в закрепленном комментарии. Ну а на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.